Всем привет! Вы на канале? Нана Кляйн. Яна Кляйн. Как у вас дела? Кто не подписан? Подписывайтесь. Расскажем, что у нас сегодня будет. Пони. Ну да, это какие-то пони и единороги у нас сегодня. У нас пакетики из Германии. Ой. Называются ковали. У нас настоящие немецкие единороги. Здесь их вот очень много, 24 этих ковали единорогов нарисовано. Они все разные, там и Якоб, и Бетховен. Какие-то немецкие единороги. Мы даже такой мультик не смотрели. Здесь написано, что внутри есть одна клипса, буклет, пони и наклеечка какая-то вроде бы. Да, попробуем открыть. Ну что, Ян, посмотрим на настоящих немецких единорогов и пони. Что там будет внутри? Там будет мама. Там должна быть мама. Единорог. Папа единорог. Ух ты, какие единороги, они запечатаны в пластик. У тебя вон пакетик упал. Вот. Так, вот у нас упал пакетик. Ну, смотри, что в нем еще. Давай мне пони единорога покажем. Красивый единорог, они похожи на My Little Pony, тоже прозрачный, но бархатный. Это мама. Это мама пони? Да. Хорошо, у него здесь дырочки в лапках. Сейчас мы его попробуем установить. Нет, не устанавливать. Вот он. Вот он на подставочке. Красивый единорог. Здесь у нас... О, это не просто значок. Это как в казино. Жетон. Представляешь, пустой пакетик. Внутри он блесточки какие-то. Видела блесточки? Красиво? Да. Покажи брошюрку. Еще какая там брошюрка? Кто там нарисован? Зеленый. Зеленый пони? Ты нашла его? Да. А ну давай посмотрим. Вот, эту пони зовут Белла. Вот она. Здесь все написано, что она любит делать. Очень много всего перечислено на немецком. Она радостная, любвеобильная, стильная. Спортивная. Я хочу на нем поедим. Каждый день хочет пони кушать? Да. Наш единорог. А кто нарисован на жетончике? Точно такая же. Кто это? Белла. Вот здесь написано, что это Белла. Держи жетон. Давай откроем, посмотрим еще, какие сюрпризы попадутся. Да, чтобы пони не пропало. Папа! Мама! Еще одна мама? Нет. Ух ты, зато вот здесь вот такая серебристая клипса. Какая клипса? Жетон у нас серебристый, красивый. Зовут эту пони единорога Луна или Луна. Чехол для пони. Давай покажем. Наставь внимание, Маша, они куда-то побежали? На скачки? Вот такая красивая у нас Луна. У нее камни какие-то драгоценные, рубинчики в крыльях. Камни в роге тоже рубины. На шее ожерелье с рубином. Она очень стильная, красивая. Лалу! И стоит на задних лапах. Да. Вот наши жетончики. Стоп! Ты опять моя мать! Детик! Котика, ты дели! Кто там нам попался? Так, Яна жетоны не достает. Здесь вот такой коричневый, это какой-то мальчик. Себастьян его зовут. Давай пока. А это пони. Даже это не единорог у нас. Это пони по имени Себастьян. Красивый. Вот будет им друг мальчик. Ну что, Ян? Давай, у нас осталось еще два сюрприза.
Интересно, а почему у этих нету подставочек? Детка. Уйди. Давай посмотрим, что у нас здесь. Кто попадется еще? Какие-то пони, единороги. Тут разные. Ух ты, какая-то розовая. Не-а, коричневая. Что, коричневая? Вот, розовый жетон. Зовут ее Софи. Давай посмотрим на нее. Ух ты, какая у нее грива красивая. Посмотри. Смотри, какая. Вот такая у нас пони, это не единорог. Она лежит, вот, отдыхает, на. Надо тики и гавгетка. Топ, оп, топ. Вон меня. Е-ки-ка. Остался пятый сюрприз. Пакетик из Германии. Ковали. Кто попадется? Что там нету? Есть. Вот. Оп, с первого раза открыли. Брошюрка, жетончик, такая оранжевая у нас пони, и зовут ее Мари. У нее детка. Она Мари. Девочка, да. У нас только один мальчик попался, Себастьян, все остальные девочки. Это детики, это детка. Нет, Себастьян, это мальчик. Нет, это детка. Девочка? Это кто? Мальчик. Это мальчик, да. И все остальные вокруг это девочки. Это мальчик. Это Доя мальчик. Да? Да. Люси это мальчик или Софи? Софи. Ну Софи, хорошо. Мам, Доя мальчик. Хорошо. Давай смотреть, как выглядит наша Мари. Эту. Это же Мари. Нет, это Доя мальчик. Хорошо, открывай нашего мальчика пони по имени Мария. Посмотрим на него. Ну что, покажи нам Марию. Мария красивая, она обернулась, у нее тоже очень длинная грива, красивый розовый хвост. Она тоже как прозрачная и бархатная. Ну что, Ян, какие тебе пони или единорог понравился больше всего? Все? А кто больше всех? Какой самый красивый тебе показался? Эту. Давай, хорошо, я покажу, кто мне больше всех понравился. Мне больше всех понравилась вот эта пони, ее зовут Софи. У нее очень красивая грива, и она лежит отдыхает. Конечно, Луна самая классная, у нее камни драгоценные в крылышках, на шее. Ян, тебе понравились пони? Да. Ребята, если вам нравятся пони и единороги, ставьте лайки. Подписывайтесь там на канал, пишите комментарии к ролику. До новой встречи, всем пока! Пока!